В общем, ребята, специально для тех, кто думает, что пуэр не прет, я решил записать отдельное видео. И для этого я подготовил специальные ингредиенты. Первое. Святая вода. Второе. Моя металлическая кружка, которая с начала моего путешествия. И давайте разожгем огонь любви. А, работает как первый раз. Выливаем пол-литра святой воды. Ну и теперь самое интересное, ждем, пока она закипит. Пока вода закипает, я вам покажу другие ингредиенты. Первое, это чай пуэр, китайский, очень даже прикольный чай. Правда, на запах, как носки. Ну и вещество, которое у меня в этом пакетике, я вам его покажу, но не буду называть, что это такое. Тут примерно ничего. Я думаю, что миллиграмм так 300. И вот, наконец-то вода таки начала кипятиться, и мы начинаем добавлять наши ингредиенты. В первую очередь нам нужно достать наш волшебный чай пуэр. Раскрываем шишечку и не кроша бросаем ее полностью в воду. Сразу за этим добавляем наш секретный ингредиент, перед этим его слегка покрошив. Жесть, тут было где-то полграмма, наверное. Как-то жалко. И для того, чтобы нейтрализовать как-то запах травки и запах носков, мы добавляем офигенный чай Липтон со вкусом стробери, то есть какой-то там малинки. Ну и кипятим это, наверное, я не знаю, я первый раз это вообще готовлю, я вообще не мастер. И варим это чудо где-то минут 5-10. Посмотрим, что получится. Покурил башку, и мне снесло башку. Но я сказал, давай еще по колпачку, и еще по колпачку, и еще по колпачку. Открываю форточку, еще по колпачку. А вообще, знаете, это как-то странно, то, что я синтезирую наркотики прямо на улице. Тут даже люди ходят. Вот, чай уже закипел. Сейчас я вам его покажу. Опа! Вот она, наша красавица, варится. Вот эти вот бошечки, которые всплыли, это наше вот секретное вещество, о котором никто не должен знать, так что... Кстати, пока готовится, то могу сказать, что запах довольно-таки выраженный. И, кстати, уже пахнет совсем не носками, а совсем тем, чем должно. И это хорошо. В общем, это варево я уже выключил, потому что мне совсем скоро нужно будет двигаться в сторону албанской границы, а там меня будут, скорее всего, проверять. Поэтому я подожду, пока это варево остынет, и буду его распивать прямо перед тем, как заходить на границу, чтобы эффект не начался в самый неподходящий момент. В общем, как я и говорил, я разлил это в бутылочку, я уже успел это выпить, опробовать, прошло уже несколько часов, и скажу вам то, что настроение у меня действительно поднялось, но, опять же, лучше не переводить продукт и пользоваться бонгом, так что рецепт рекомендую, но только на один раз, не более, чисто для ощущения. Сказать, что меня накрыло, я не могу, но и сказать, что я был адекватным, тем более, поэтому... Это видео не призывает вас к действию, и опять же, кто знает, что это было, может это всего лишь фотошоп,